У меня речь закончена. Спасибо Эдуард большое, Юрьевич, передаю вам слово. уважаемые коллеги. Семинар-то юбилейный, 21-й. Число вроде хорошее, а чувствую я себя неловко. Мне все время кажется, что вот сейчас координатор прервет меня и прочитает мне послание кого-нибудь из слушателей примерно такого содержания. Мол, господин профессор, перестаньте нам морочить голову. Теоретически основы электротехники создавались больше века назад. Все, что можно рассчитать, там рассчитано. Мы курс стоя слышали, мы все эти расчеты знаем. И чего вы нам морочите голову? Идите себе домой и спокойно отдыхать. Мы и без вас разберемся. И вот ответить, возразить на то такое послание мне будет нечем, потому что все, что было сказано, это сущая правда. Завершена теоретическая электротехника, и ничего в ней придумать нельзя. И вот я несколько дней придумывал, а как бы я мог оправдаться перед тем, что вот этот семинар все-таки состоялся. И придумал я две вещи. Первую вещь вот какую. У нас, к большому сожалению, память с очень большими вывертами. Она, не спрашивая нас, отбрасывает в мусорную корзину все, что какое-то время оказывается неиспользованным. Вот компьютер пишет, на экране есть неиспользованные значки, а память не пишет, она просто сбрасывает все это и забывает. А то, что мы не используем, связано вот с чем. У нас есть такая контора «Госстандарт». Этот госстандарт издает ГОСТы. А в ГОСТах есть приложения, в которых туча рекомендаций. Сделай вот так, возьми вот такое число, поставь вот такую цифру, и все там есть готовое, и делать ничего не надо. И вот именно поэтому, из-за того, что такие ГОСТы есть, вот наша память так справляется с электротехникой. Но, когда я смотрел на эти ГОСТы, я увидел там такие страсти, которые не придумает даже двоечник с третьего курса, когда сдает электротехнику. И вот именно это обстоятельство, если угодно, война с этими ГОСТами, и стало главной причиной, по которой я решился выступить вот на этом самом вебинаре. Вот какова ситуация. И вот я постараюсь доказать, что у меня такое право все-таки в какой-то степени есть. С чего я хочу начинать? Ну, конечно, с расчета тока. Ничего другого действующего в электротехнике нету. И у молнии тоже нету. Вот мне нужно знать распределение тока молнии по коммуникациям того объекта, в который она ударила. Для чего это надо? Ну, в первую очередь, это резистивная составляющая перенапряжения индуцирована. Если ток помножен на сопротивление заземления, получится то самое резистивное составляющее наводки, которая действует на изоляцию всех цепей относительно Земли. И для этой цели мне, конечно, нужно знать ток молнии, в первую очередь его амплитуду. Во-вторых, это скорость роста этого тока, длительность его фронта. Мне нужна эта цифра для того, чтобы считать ЭДС магнитной индукции, одну из главных составляющих, которых приходится воевать, решая проблему электромагнитной совместимости. А в-третьих, мне нужно знать полную длительность импульса тока. Потому что полная длительность импульса тока мне нужна для того, чтобы считать ту самую энергию, которая выделится в электрической цепи
и выделиться в УЗИПе, которые будут ставиться в электрическую цепь. И об этом у нас будет в следующий раз, вот 5 сентября, большой и серьезный семинар. И вот, то есть мне нужно знать, как ток молнии распределяется по коммуникациям объекта, и нужно знать амплитуду, нужно знать длительность фронта, и нужно знать длительность, полную длительность импульса. Вот это то, что мне надо знать. А вот теперь я хочу вам показать, как с этим делом расправляются те стандарты, которые действуют по территории России с именем ГОСТ-Р. Это значит, что этот стандарт, Росстандарт, перевел на русский язык из стандартов МЭКа и под своим именем издал. Вот та картинка, которую вы сейчас видите перед собой, это точная копия того, что есть в стандарте, который вот под этой картинкой подписан. И стандарт этот называется не как-нибудь, а устройство защиты от импульсных перенапряжений в низковольтных силовых распределительных системах. Принципы выбора и применения. И вот вам дается вот такая картинка, по которой вы должны рассчитать распределение тока молнии после того, как молния ударила в объект. Смотрите, какая схема замещения. Схема замещения состоит из источника тока и параллельно соединенных сопротивление и заземление всех домов, которые питаются по этой линии. Все. Кроме сопротивления и заземления, там нет ничегошеньки. А что это значит? Это что? Люди не слышали такое понятие, как индуктивность? Они не знают, что у воздушной линии электропередачи 220-380 вольт есть индуктивность величиной примерно 1 микрогенри на метр длины? Это что, неизвестно этим самым составителям? Но извините меня, если это так, то это те самые составители, по которым покойный Задорнов дал замечательное слово – кое-какер. Так вот, неужели нужно следовать потому, что написали эти самые кое-какеры? Может быть, это случайность? Вот такая схема. Чего подобного? Из другого приложения того же самого ГОСТа я нахожу еще одну более замечательную схему. Посмотрите, пожалуйста. На этой схеме показано, как ток молнии распределяется между коммуникациями здания, если молния ударит в это здание. Ничего не нужно знать. 50% тока идет в заземлитель объекта. Какой заземлитель? Не имеет значения, все равно 50. А вторая половина, то есть следующие 50% равными долями распределяются между подземными и воздушными коммуникациями объекта. 17% идет в водопровод, 17% в газовую трубу и 16% идет в линию электропередач. Все, считать ничего не надо. Это же полный, абсолютнейший абсурд. Причем придумать мотивацию этого абсурда – это просто невозможное дело. Давайте посмотрим, что же за глупость здесь придумана. В государственном стандарте, вот поймите, меня это смущает невероятно, государственный стандарт. Давайте смотреть, если индуктивности не учитываются, а имеются только сопротивления активные, это значит,
что в каждом сопротивлении будет ток, форма которого точно подобна току молнии. И это неправильно. На самом деле из-за реактивных сопротивлений форма импульса тока молнии меняется. И это изменение очень важно для выбора УЗИПов. А это не принимается во внимание. Поехали дальше. Из-за того, что форма импульса тока у всех одинакова, максимумы токов совпадают. И это значит, что сумма токов во всех элементах цепи должна быть равна току молнии. А это еще более неправильно, потому что эти максимумы могут быть сдвинуты во времени, и сумма этих максимумов может оказаться в несколько раз больше того тока молнии, которое ударило в это самое сооружение. Иными словами, ток за счет реактивных сопротивлений может перетекать из одного элемента в другой. И максимумы эти возникают один через 10 микросекунд, а другой, например, через 50. Тогда об их сумме не может быть и речи. Как подходить к этому решению? Вот посмотрите, пожалуйста, я здесь взял, нарисовал такую схему замещения. Вот этот источник тока, это молния. Вот две индуктивности. Это два отрезка линии. Ну, один из этих отрезков пусть идет к объекту, а второй отрезок этой линии идет к линии к подстанции, которая этот объект питает. А вот это сопротивление заземления подстанции и объекта. Вот теперь такую схему замещения надо считать. Один из моих преподавателей, который учил меня теоретическим основам электротехники, говорил так. Хороший инженер должен знать электротехнику, но очень хороший инженер должен быть еще маленько ленивым для того, чтобы не спешить использовать расчеты, которым его обучили. Вот давайте не будем пока спешить с этими расчетами. Давайте посмотрим на эту схему глазами человека, который знаком с физикой. Есть законы коммутации. По этим законам коммутации напряжение в цепи, ток в цепи с индуктивностью не может измениться мгновенно, потому что это мгновенное изменение тока дало бы очень большое падение напряжения на индуктивности. И по этой причине в первый момент времени ток будет распределяться обратно пропорционально величинам индуктивностей. Нулевой момент времени обратно пропорционально величинам индуктивности. И это значит, что ток, который потечет вот по цепи номер один, будет определяться отношением индуктивности второй цепи к сумме индуктивности. Вот теперь представьте себе, что индуктивность L2 примерно в 10 раз больше, чем индуктивность L1. Тогда 90% тока в первый момент времени попадет в цепь номер один. Вот так, как это здесь вот нарисовано вот на этой формуле. О. А через какое-то время в режиме почти установившемся индуктивности уже не имеет никакого значения. И ток будет распределяться обратно пропорционально величинам сопротивления. И представьте теперь себе, что сопротивление второе в 10 раз больше сопротивления первого. И тогда 90% тока перебросится из цепи 1 в цепь 2. То есть получается два максимума, каждый по 90% тока. И в сумме эти два максимума
в 1,8 раза больше того тока, который дала молния. Она сначала уничтожит одну цепь, а потом уничтожит другую цепь. Вот какой жуткий просчет, жуткий, невероятный, сделал стандарт сначала МЭКа, а потом этот стандарт переживала Росстандарт. Теперь, вот после того, как я все это наговорил, теперь давайте посмотрим, как можно подойти к расчету. Ну, уравнение, которое здесь записывается, это уравнение по закону Киргофа, которые выглядят вот в том виде, в котором я их написал. И сумма двух токов – это ток молнии. Давайте решим эту задачу для прямоугольного импульса тока молнии. Я говорю, давайте решим, потому что в любом справочнике, в любом учебнике ТОЯ, где хотите, вы найдете вот такое решение, которое вот здесь написано. Оно есть где угодно, даже в элементарном учебнике в основам электротехники. Посмотрите, пожалуйста, на это решение. Единственный член, который меняется во времени, здесь экспонента. У экспонента есть постоянное времени, которое равна сумме индуктивности, деленной на сумму сопротивлений. И теперь посмотрите на то, что здесь получается. В нулевой момент времени экспонента равна единице, и от суммы вот этих вот дробей остается L2, деленное на L1 плюс L2. Это то, что мы записали, не глядя, из законов коммутации. А в большой момент времени экспонент упадет практически до нуля, и останется член это отношение сопротивлений. И вот я по этой формуле строю график. Смотрите, сначала до 90% нагружен объект 1, а потом, через примерно 40 микросекунд, весь ток перекидывается в объект 2. Вот что дает решение. И человек, который следит за тем, что я говорю, он скажет, ну что вы решаете-то? Вы решили для прямоугольного импульса тока. Для прямоугольного импульса тока, ну теоретическая задачка имеет значение, а практический-то ток, он же совсем не прямоугольный. Действительно, практический ток совсем не прямоугольный. Вот я сейчас покажу вам примерную форму импульса тока молнии. О, видите, у него фронт для первой компоненты тока молнии где-то примерно около 10 микросекунд. Хвост спадает примерно до 100 микросекунд, до половины амплитудного значения. И вот на самом-то деле задачу надо решать вот для этого импульса. Если вы знакомы с численными решениями на компьютере, вы легко это решение получите. Получите это решение с помощью любой программы, ну, например, с помощью MATLAB. Но я хочу вам сейчас показать, что не стоит лазить и составлять программу для этого решения. Смотрите, мы с вами для прямоугольного импульса тока получили две кривые. Вот кривая тока в объекте 1, а вот кривая тока в объекте 2. А вот красная – это тот импульс, которому надо брать. Ну, ясно совершенно, что ток где-нибудь не может быть больше тока молнии. И стало быть, надо вместо вот этого сделать вот этот красный кусочек. А вместо вот этого сделать вот такой красный кусочек. А вот это все стереть, вот это стереть, и вот это верхнее начало стереть. Вот если я это просто графически сделаю, смотрите, что у меня получится.
Сейчас, одну секунду. Вот смотрите, что у меня получится. У меня тогда получится вот пунктирный импульс тока первый и импульс тока второй. Это то, что дало бы правильное численное компьютерное решение. А вот теперь я прохожу ту кривую, которая у меня получилась. Это один импульс вместо пунктира. А вот это второй импульс вместо пунктира. Посмотрите, точное решение от моего отличается, ну, где-то в пределах 10-15%. Такая ошибка в инженерных расчетах вполне допустима. И делать больше ничего не надо. Надо просто разумно воспользоваться теми элементарными знаниями, которые есть в любом справочнике. Вот это первый момент, который я хотел сказать. Посмотрите, те импульсы, которые у нас с вами получились, не имеют ничего общего с реальным импульсом тока молнии. А их сумма амплитудных значений достаточно существенно превышает ток молнии. А вот теперь задача немножко другого сорта. Теперь задача вот какая. В любом доме есть подземные коммуникации. Это те подземные коммуникации, в которые ГОСТ рекомендует считать, что туда попало 17% тока молнии. Вот я хочу теперь посчитать эту подземную коммуникацию. Вот можно ли такую коммуникацию представить тоже? Так, у нас небольшие технические проблемы. Сейчас мы их устраним. Одну минуточку. Коллеги, оставайтесь на связи. Сейчас мы разберемся с этим.
Коллеги, значит, непредвиденное отключение света состоялось. Сейчас уже все включили, компьютеры включили, загружаются. И через минуту, я думаю, что мы уже продолжим вебинар. Большое спасибо за вопросы. Вот можно воспользоваться как раз паузой и написать свой вопрос в чат. Так, Эдуард Мирович, ну, мы снова на связи. Это точно. Бедному жениться, так и ночь кратка. Вы знаете, во всем здании выключили напряжение. Я прошу извинения от имени организаторов вебинара, но они тут совершенно ни при чем, потому что что-то случилось на линии. Все, мы можем продолжать. Я надеюсь, что немного народу успело уйти за это время, потому что говорить мне надо вот о чем. Как считать теперь подземную коммуникацию? Вот, казалось бы, меня слышно? Эдуард Мирович, меня, вас слышно? Алексей, меня слышно? Да, вас слышно. Можно я сразу перебью вас и да, вопросы задам? Да, да. Значит, вопрос поступил, несколько вопросов поступило в чате, но я думаю, что вот сходу мы можем ответить на один, остальные можно оставить до конца вебинара. Хотя, может быть, два. Вот. Давайте я зачитаю. Давайте. Значит, Шамиль спрашивает. Так вот, немного было непонятно с предыдущей информацией. Реальный ток молнии, его распределение по коммуникациям, они еще отражаются пунктиром. Какой результат получили вы, Эдуард Мирович? Вот смотрите, я еще раз сейчас вернусь вот к этому самому слайду. Вот вернусь, вот. Так, сейчас я попробую добавить. Вот, смотрите, что получилось у меня. Вот пунктир, который я сейчас обхожу, видите, вот он, это ток в первом объекте. А вот этот пунктир, вот, это ток во втором объекте в точном компьютерном решении. А если я проведу построение, я должен пойти сначала по первой кривой, красной, а потом свернуть в точке А на кривую черную. И вот тогда вот эта вот штука отличается от моего пунктира всего примерно на 10%. Теперь во втором объекте я сначала иду по черной кривой до точки Б, а потом перехожу на более нижнюю красную кривую. А вот разница между точным решением и моим. То это уже меньше даже 10%. Вот что получается при таком подходе. То есть я учитываю реальную форму тока молнии просто графическим построением. И совсем неплохо получилось. А второй вопрос. Так, второй вопрос, значит, задает Алексей по поводу кривых. Кривые амплитудных значений другие. По стандарту вы берете в процентном отношении от расчетного тока молнии, а по факту больше. Не понял. Еще раз. По поводу кривых. Кривые амплитудных значений другие. По стандарту вы берете в процентном отношении от расчетного тока молнии, а по факту больше. Я не понимаю вопроса. Пусть он пояснит. Вот вопрос. Алексей написал, что это не вопрос, это комментарий. Алексей, требуется от нас что-то ответить на ваш комментарий? Все, понял. Все. До меня так, дошло. Давайте это был комментарий к вопросу Шамина. Все. А следующий вопрос, я думаю, могут подождать до конца. Теперь вебинара. Вот как быть с подземной коммуникацией? Вот можно сделать все то же самое, как что с воздушной. Взять, заменить коммуникацию, вот, ее индуктивностью, она у нее есть, и заменить сопротивлением утечки вот этим, который, потому что коммуникация это лежит в земле, и это значит, с нее все время стекает ток в землю. Но вот такая замена дает решение очень далекое от реальности. Потому что, когда ток молнии входит в коммуникацию,
эта утечка действует сначала на длине в 1 сантиметр, потом 1 метр, потом 10 метров, потом 20 метров и так далее. То есть получается и индуктивность, и сопротивление распределены в пространстве. И это получается уравнение, которое здесь надо писать. Надо писать уравнение в частных производных для линии с распределенными параметрами. И вот это решение, вот так лихо, как я сделал, уже не сделать. Решать эту задачу надо численным методом, решая уравнение в частных производных при помощи компьютера. И вот я показал сейчас это решение, сделанное для коммуникации длиной в 100 метров, которое заложено в грунт с удельным сопротивлением 100 метров, имеет сопротивление заземления на одном конце 10 Ом, а на другом конце 1 Ом. И вот посмотрите, ток подземной коммуникации составляет не обещанное ГОСТом 17%, а почти 40%. А в другом варианте эта цифра может дойти и до 60%, до 50%. Как здесь быть? Вы знаете, заменить решение уравнения в частном производном вот таким лихим наскоком, который я предложил, для воздушной линии невозможно. Что мы гарантируем? Мы гарантируем следующее. В той книжке, которая сегодня издает ЦАНКС, будет возможность использовать три программы, которые будут доступны хозяевам этой книжки. Эти программы будут установлены на сайте фирмы, а в книжке будет рассказано доступ к этим программам бесплатный. И мы программы предоставляем бесплатно. И вы сможете решать такую задачу, если вам нужно, бесплатно. Причем задача, которую вам придется решать, вместо вот этой вот чертовщины, которая здесь показана, взятая из ГОСТа, где по 17% в коммуникацию и 50% в заземлитель. Смотрите, что получается на самом деле в решении, которое я привел для примера. В линию вместо 16% попало 40%. Подземную коммуникацию вместо 17% попало 58%, а ток в заземлителе объекта это примерно 38%, причем он очень быстро спадает. Вот такая ситуация получается вместо той, я не знаю, того безобразия, которое дает как типовое решение ГОСТ. Ну и, естественно, для любых реальных коммуникаций с помощью этих программ вы можете получить вот такого сорта расчетные кривые для того случая, который вас интересует. Когда я писал эту книгу, руководство фирмы мне гарантировало, что такая возможность у вас будет. Вот теперь поехали дальше. Теперь поехали дальше к индуцированным перенапряжениям. ЭДС магнитной индукции. Что есть в ГОСТах? В ГОСТах есть простая вещь. В ГОСТах написано, что магнитная индукция... Сейчас я возьму стрелочку. О! Что магнитная индукция от тока определяется магнитной проницаемостью и расстоянием от тока до того контура, в котором ищется
ЭДС магнитной индукции. Эта формула фигурирует во всех руководствах. Кстати, она фигурирует и в элементарном учебнике физики для средней школы. И верна эта формула только вот в каком случае. Если у вас тот контур, в котором вы рассматриваете задачу, он имеет ширину, которая много меньше вот этого расстояния до проводника с током, а длина этого контура много меньше длины проводника с током. То есть, иными словами, все это верно только для бесконечного по длине источника тока. И вот тогда ЭДС магнитной индукции вы можете определять совершенно элементарно, используя производную тока и используя два размера. Один размер – это длина контура, в котором вы ищете ЭДС магнитной индукции, и другой размер – это ширина контура, в которой вы ищете ЭДС магнитной индукции. Ну, например, таким контуром может быть обычный пар проводников, плоская пара, которая, ну, валяется на земле или подвешена к стене или что-нибудь в таком духе. Вопрос в другом. Вопрос вот в чем. А что будет, если эта пара будет лежать не параллельно, вот так, как здесь сейчас нарисовано, а будет наклонена по отношению к осевой линии, вот так, на угол альфа. Тоже понятно, что будет. Тогда вот эту формулу нужно добавить косинус угла альфа, и формула снова будет работать. Но инженера всегда будет интересовать вот какой вопрос. А вот при каких соотношениях размеров вот этого и контура можно действительно применять вот эту самую формулу? Оказывается, вот какая вещь. Оказывается, что формула очень мало чувствительна к соотношению размеров расстояния до контура и ширины контура. Вот посмотрите. Даже если эти два расстояния будут равны друг другу, погрешность инженерного расчета окажется равной всего 10%. Можно пойти на такую погрешность? Я думаю, конечно, можно. Потому что ток молнии, измерение тока молнии производится с большими погрешностями. А теперь еще один вопрос. А вот если, посмотрите, если ситуация такая, вот проводник с током, а вот контур, он теперь не параллелен этому проводнику, он наклонен. Вот это расстояние одно, а вот это расстояние другое. Можно ли пользоваться теперь этой самой элементарной примитивной формулой? На мой взгляд, риска использовать это дело нету никакого. Нужно просто вместо расстояний D1 и D2 взять геометрическое, среднее геометрическое этих расстояний, которые вот здесь показаны, и спокойно использовать эту самую расчетную формулу, и, уверяю вас, ошибка у вас будет в вполне приемлемых пределах. Наконец, совсем такой вопрос. А если этот контур в виде змеи? Вот, посмотрите, примерно такую штуку я нарисовал вот здесь. Он всяко изогнут, и не поймешь какой. Снова можно использовать эту самую формулу, только вместо произведения длины на ширину надо подставить просто площадь сечения этого контура S. Вот если вы подставите вместо произведения длины на ширину вот это вот расстояние S и поставите средний геометрический размер D, у вас снова получится вполне приемлемый результат. И уверяю вас, никто в ваших расчетах особенно сомневаться не будет. Они вполне приемлемые. Вполне приемлемые. А вот теперь
еще один вариант, с которым приходится иметь дело. Вот теперь проводник с током у меня направлен перпендикулярно контуру, который меня интересует. Вот возьмите мысленно, поверните эту картинку на угол 90 градусов, тогда ток будет течь по каналу молнии, а вот этот контур, это будет линия электропередачи, которая уходит от этого контура вдаль. Вот это вполне реальная ситуация, с которой приходится считаться. Тогда снова появляется элементарное расчетное выражение, и вот в котором появляется отношение двух расстояний, вот этого первого, а вот этого второго, и логарифм этих отношений дает величину ЭДС магнитной индукции. Ну, например, представьте себе, что у вас молния ударила на расстоянии 50 метров от линии электропередачи. Воздушка обычная, обычными проводами, с расстояниями между проводами примерно полметра. А длина этой линии 100 метров. То если вы возьмете максимальную расчетную скорость роста тока молнии 2 на 10 в 11 ампер за секунду, то вот эта формула даст вам ЭДС магнитной индукции 22 киловольта, которая сожжет все, что подключено к этой линии. Я могу вам сказать, что формула работает совершенно правильно, потому что я выложил 5000 рублей за ремонт тех самых приборов, которые произошли, когда это произошло около моего дома в Подмосковье. А вот еще один вариант я вам хочу показать, потому что ко мне пришел сотрудник института и сказал: ты понимаешь в молниезащите что-нибудь? Я говорю: ну, вроде чего-то понимаю. А мне, я не понимаю, по-моему, у меня нет изображения. Значит, вас слышно и видно. А? Что? Эдуард Мирович, вас слышно и видно. Все отлично. Видно, слышно и видно, да, отлично. Слышно и видно, да. Пришел человек, в мой дом ударила молния. Я говорю: очень хорошо. У меня было зарядное устройство, которое я включил в розетку в дом, а аккумулятор заряжался в гараже. Когда началась гроза, я розетку выключил. У меня розетка, зарядное устройство было выключено. Розетка лежала на земле. Ну, я говорю: ну и что? Сгорело зарядное устройство, новое и дорогое. Вот смотрите ситуацию. Могла сгореть выключенная система. Вот удар молнии. Во. Вот, видите, вот. Вот это расстояние там где-нибудь около 1 метра. Длина проводов, которые шли в гараж, у него примерно 40 метров. Вот если подставить все это сюда в формулу, то получится, что у него вот в этом самом контуре навелось примерно 1,5 киловольта напряжения. Что дальше получилось? Дальше получилась следующая вещь. Из-за того, что изоляция вилки очень плохая между контактами, там перекрыло этими 1,5 киловольтами. И все эти 1,5 киловольта тогда легли на первичную обмотку трансформатора, от которого формировалось постоянное напряжение, питающее его аккумулятор. Произошли межвитковые замыкания, и вся его конструкция благополучно вышла из строя. Вот вам, пожалуйста, простые примеры,
которые дают возможность провести оценки, нормальные оценки, инженерные и нужные вам. Но что самое главное? Самое главное заключается вот в чем, что все те оценки, все до единого, которые я сейчас показал по ЭДС магнитной индукции, все эти оценки нужно рассматривать как оценки сверху. Они дают завышенные значения ЭДС магнитной индукции. Почему завышенные? И вам надо это обязательно понимать. Эдуард Мирович, предлагаю тут остановиться, сделать паузу, ответить на вопрос. Я так думаю, давайте, что лучше на него сходу как раз ответить. Вот Шамиль задает вопрос. Давайте. Подскажите, почему не учитывается емкостное сопротивление? Например, при расчете ТКЗ однофазного замыкания на землю, мы же можем условно принять, что удар молнии схож однофазным замыканием на землю, имея в виду путь распространения. Также подскажите... Нет, не можем. Дополню вопрос. Да. Также подскажите, гармоническая составляющая молнии, насколько разнообразна и как это нужно учитывать на индуктивном сопротивлении? Давайте. Значит, давайте говорить вот о чем. Почему я нигде не учитываю емкостную утечку? Начнем с простого. Начнем с воздушной линии электропередач. Есть там емкостная утечка? Конечно, есть. У воздушной линии электропередачи емкость на Землю – это очень грубо, примерно 10 пикофарад на метр. Значит, у 100-метровой линии электропередачи у вас будет 1000 пикофарад. Это 10 минус 9 фарады. Если я посчитаю это сопротивление даже для эквивалентной частоты 1 МГц, фронт тока молнии, то это будет величина, которая будет находиться, ну, где-нибудь на уровне 1000 Ом. Тогда как сопротивление заземления по концам линии – это, ну, максимум 10 Ом. Потому что большего сопротивления заземления нельзя, это просто не допустит Госэнергонадзор. И это значит, что... Вот использование, учет этой индуктивности в схеме замещения – это просто ловля блох. Если вы хотите их ловить, ради бога, проблемы не будет никакой. Вы даже на 1% не уточните результат. А вот теперь давайте переходить в другую сторону, где не все так гладко. Вот теперь давайте возьмем линию подземную коммуникацию и возьмем в этой подземной коммуникации емкость на землю. Сравнивать нужно две вещи. Сравнивать нужно емкостную утечку с единицей длины коммуникации и активную утечку с единицей длины коммуникации через удельное сопротивление грунта. Вот здесь мой коллега прав. В общем случае надо учитывать. И в общем случае в схемах замещения с распределенными параметрами учитывают эту емкостную утечку. Реально это надо делать вот когда. Когда удельное сопротивление грунта больше приблизительно 1000 омометров. Вот тогда погрешность начинает находиться на уровне 10% и растет по мере того, как увеличивается удельное сопротивление грунта. Здесь мой коллега совершенно прав. Но понимаете, какое дело? Я говорю об инженерных примитивных оценках.
И поэтому я об этом умолчал. Зацепили меня? Правильно, и большое спасибо за это. Но вот я еще раз хочу вернуться к почему те оценки, которые я сделал, это оценки сверху. На самом деле цифры низкие, более низкие. Действуют два фактора. Фактор первый. Канал молнии не является проводником неограниченной длины. На самом деле в канале молнии бежит волна тока от точки ее удара вверх к облаку. И постепенно эта волна заполняет канал молнии. И по этой причине магнитное поле этого канала постепенно нарастает во времени. Оно нарастает тем медленнее, чем дальше находится точка регистрации от канала. Вот форма магнитного поля на расстоянии 10 метров, а вот форма магнитного поля на расстоянии 100 метров. Чем дальше, тем более пологим становится фронт. И эти вещи не учитывает эта вот упрощенная модель, и поэтому оценка для нее получается всегда вот такой. А вот этот провал не учитывается. И второй момент. Любые реальные коммуникации, которые находятся на территории вашего объекта, имеют конечную длину. И из-за того, что они имеют конечную длину, магнитное поле определяется вот через такую разность косинусов, которая здесь показана. И неучет этого обстоятельства тоже завышает ЭДС магнитной индукции. И есть, наконец, третий фактор, который существует. Я сейчас его покажу вам. Третий фактор, который существует, он вот какой. Вот. Вот какой. Когда волна тока бежит по каналу молнии, она бежит по проводнику с совсем немалым сопротивлением. Потому что это хоть и горячая плазма, но это все-таки, что называют, низкотемпературная плазма с температурой в 20-30 тысяч градусов. И ее проводимость вполне конечна. И поэтому та волна, которая бежит по этому самому плазменному каналу, она все-таки постепенно затухает. Вот смотрите, производная этой волны на расстоянии 100 метров была такой, а на расстоянии полкилометра вот какой. А это снова не учитывается в этих элементарных формулах. Поэтому, если вам нужно считать с очень высокой точностью, все это надо принимать во внимание. Надо было бы принимать во внимание, если бы мы точно знали параметры тока молнии и параметры этой волны бегущей. Но они известны очень не сильно, очень неточно. И поэтому вот такое уточнение – это все-таки ловля блох. Лучше делать оценку сверху и быть уверенным в тех средствах, которые вы поставите по этой оценке сверху. И вот этот момент, на мой взгляд, самое главное. А теперь я хочу показать вам еще одну вещь, которая, мне кажется, очень важна для вас. И она учтена в тех программах, которые мы предполагаем для книжки. Вот представьте себе, что вы считаете ЭДС магнитной индукцией на территории какого-то объекта. Вам надо рассчитать токи во всех проводниках, рассчитать магнитное поле от каждого тока, векторно сложить эти магнитные поля, дальше посчитать магнитный поток, который
проходит через контур, где вы рассматриваете ЭДС магнитной индукции, найти этот магнитный поток, продифференцировать его во времени, и тогда вы получите ЭДС магнитной индукции. Вот этот подход я исповедовал сам. И я считал, что так надо и поступать. И программы писал примерно вот такого вот сорта. Пока один очень формализованный человек, который очень не любил лишние работы, сказал мне примерно следующие слова. Зачем вы это делаете? Не надо этого делать. Совсем не надо. Почему? И обратил мое внимание вот на какую вещь. Вот смотрите, на что он, сейчас я только стрелку поймаю. Смотрите, что он, на что он обратил внимание. Вот проводник с током. Вот другой проводник, в котором этот ток наводит ЭДС магнитной индукции. Как он ее наводит? Если я знаю взаимную индуктивность между этими проводниками, то ЭДС магнитной индукции будет эта взаимная индуктивность, умноженная на производную тока во времени. Если таких проводников много, надо найти ЭДС магнитную индукцию со всеми, взаимную индукцию со всеми проводниками. Для этого есть книжка расчета индуктивностей, в которой существуют все формулы для расчета взаимных индуктивностей по любому расположенных проводников. Дальше. Возьмите эти составляющие, просуммируйте их с учетом алгебраического знака, и вы получите ЭДС, которая действует в контуре любой формы, какой хотите. Когда мы сделали программу и сравнили две программы, мы удивились. Дают они абсолютно одно и то же. Но такой расчет несоизмеримо более прост. Несмотря на то, что расчета некоторых взаимных индуктивностей требует четырехэтажных формул. Для того, чтобы не забивать вам голову такими формулами, мы сделали программу и передаем эту программу, где вам эти индуктивности считать не будет не нужно. Вы просто вводите туда нужные токи, и тут же получаете ЭДС магнитной индукции в нужном вам виде. Вот это то, что мне очень хотелось, чтобы было вашим инструментом. И эта работа стоит того, чтобы ее обязательно выполнять. Ну и, наконец, последний момент, на котором я... Хоть я приготовил все подходы, не хочу я их делать вот по какой причине. Есть еще ЭДС электростатической индукции. О ней говорилось на прошлом вебинаре. И на прошлом вебинаре говорилось, что вот какая вещь. Если у вас есть объект наземный, который заземлен через сопротивление заземления, и у вас где-то рядом движется канал молнии, то этот канал молнии наводит за счет электростатической индукции заряды. Эти заряды вытекают из земли вот сюда, на поверхность этого проводника. Но из-за того, что канал молнии движется медленно, то и заряды эти вытекают медленно. И никакого перенапряжения от этого не получается. Уж ток, который течет через заземлитель, получается маленьким. Но когда канал дорастет до земли, и его заряд нейтрализуется, это происходит уже в микросекундном диапазоне времени. И теперь электрическое поле исчезает быстро, и вот этот наведенный заряд быстро стекает в землю. И вот от этого получается ЭДС магнитной индукции, электростатической индукции. И вот теперь это уже приличный ток, килоамперного уровня. И
приличные ЭДС-магнитные индукции. Но вот только считать всю эту бодягу невероятно сложно. Невероятно сложно из-за того, что нужно знать реальную траекторию молнии, а она неизвестна. Нужно знать погонный заряд, который тащит с собой молнии, а это тоже задача «Будь здоров». И вся это дело можно написать, длинные формулы, и они в этой презентации написаны, но толку от них мало вот по какой причине. Я не знаю, какова достоверность всего, что я написал. Но что мне известно? Мне известна следующая вещь. Мне известно, что если молния несет заряд Q, то намеренный электростатический заряд будет заведомо меньше этого Q. А это значит, что ток электростатической индукции, который течет через заземлитель и создает перенапряжение, будет меньше тока молнии. И это значит, что расчетным случаем будет просто удар молнии в это сопротивление, когда ее ток течет через заземлитель объекта. И тогда незачем считать эти электростатически индуцированные перенапряжения. Считайте просто перенапряжение от прямого удара молнии в объект, и все будет окей. Понимаете? Вот все, что я сказал, в виде программного блока будет приложением той книжки, которая, я надеюсь, выйдет в этом году. И по сути дела, я сейчас сделал рекламу себе и рекламе книжки, но это честная реклама. Книжка небольшая. Эдуард, мне в ней создать как можно меньше зауми. Да. Эдуард Мирович, у нас пришла информация, что в 12:15 по московскому времени в Москве, в нашем здании опять отключат электроэнергию. Поэтому как мы с вами поступим? У нас несколько вопросов есть. Давайте, я закончил. Большое спасибо. Я смотрю, несмотря на то, что у нас тут авария была, все-таки народ не убежал. И давайте вопросы. Как выключат, так значит выключат. Хорошо, так, мы значит, сразу переходим к вопросам, сейчас не будем времени. Давайте, единственное, что скажу, что если мы на какие-то вопросы не успеем ответить... Я отвечу письменно обязательно. Я это и хотел сказать, хорошо. Тогда, так, бежим к вопросу. Значит, Вадим задает вопрос, два вопроса. В случае каких-либо споров в суде и при экспертизе мы вынуждены ссылаться на какие-то либо нормативные документы. Ну, я так понимаю, что на какие... Это значит, отвечаю на вопрос. У нас есть те нормативные документы, которые я процитировал. Вы обязаны следовать нормативным документам, но не их приложением. А вот все эти чудо-расчетные формулы, о которых я говорил, они существуют в приложениях. И поэтому они не являются основанием для того, чтобы вы ими пользовались. Понимаете? Поэтому при юридическом рассмотрении вас никто не схватит за руку в этом отношении. А что касается теоретических основ электротехники, то я их нигде не нарушал. Следующий вопрос. Спасибо тоже от Вадима вопрос. При реальных расчетах, где брать значение индуктивности объектов, индуктивностей объектов? Я еще раз говорю. Индуктивность объектов – это расчетный элемент. Брать надо не индуктивности объектов, а чаще всего надо будет брать индуктивности проводников, по которым течет ток молнии. Эти величины все существуют в справочниках. И один из справочников Цейтлета и Калантарова я показал специально, потому что это очень универсальный справочник. Очень универсальный, где можно найти практически все.
Спасибо. Следующий вопрос. Значит, Константин Федорович задает вопрос. Эдуард Мирович, ваш вебинар полностью касается проектирования систем молнии защиты. А как быть, если в порядке текущей эксплуатации появились условия для защиты от поражения разряда молнии существующего оборудования? К примеру, достаточно ли будет выполнить условия, изложенные в пункте УЭ 1.7.82? Ну, я не знаю, что изложено в пункте 1М82, я просто не помню на память, но весь следующий вебинар, весь, от начала до конца, будет о том, как защищать конкретное оборудование. От начала до конца. Ничего другого там не будет. Спасибо. Пользуясь случаем, еще раз отправлю ссылку на чат, на следующую регистрацию, на следующий вебинар. Уважаемые коллеги, пожалуйста, регистрируйтесь. Так, быстро бежим, значит, к следующему вопросу. Денис задает вопрос. Если объект имеет форму пирамиды и полностью будет обшит стеклом, правильно ли будет пустить токоотводы под профилями для крепления фасадной обшивки? Или какой вариант можно предложить для защиты такого? Вы знаете, какое дело? Если у вас будет объект в виде пирамиды, который полностью обшит стеклом, стекло-то ведь наверняка будет держаться на арматуре, на металлической. Другого сделать ничего нельзя. Вот и используйте эту арматуру для отвода тока молнии. А рассчитать магнитное поле внутри и ЭДС магнитной индукции для такой системы – это вполне реальная вещь. Спасибо, Эдуард Мирович. Насколько я понимаю, мы на все вопросы ответили. Вот через 2 минуты должны выключить электричество, как мы все вовремя успели. Вот большое спасибо вам за доклад. Участники, большое вам спасибо, что пришли сегодня на вебинар. Обязательно регистрируйтесь на наши следующие вебинары. Если у вас остались какие-либо вопросы по этому вебинару или вообще по всей серии электромагнитной совместимости, пожалуйста, отправляйте нам на электронный адрес. Коллеги, у меня к вам просьба есть. Во-первых, Алексей, большое спасибо за помощь. Для меня она оказалась очень важной. А у меня к слушателям вопрос. Понимаете, мне надо знать 2 вещи. Мне надо знать, во-первых, что вам нужно больше всего. И во-вторых, есть ли какая-нибудь отдача? Я вот говорю... И я ведь не вижу вашей, если бы вы сидели передо мной, я бы хоть по глазам увидел, вам это важно или это черт какая-то ерунда. Понимаете, если вы напишете хотя бы несколько слов в оценку и спросите, что нужно для того, чтобы вебинары были более качественные, для меня это было бы страшно важно. Не поленитесь, если это возможно. Напишите несколько слов, чтобы я понимал, в пустоту я говорю или это важно для практического дела. Вот большая просьба у меня. Спасибо. Эдуард Мирович, ну я сразу здесь еще добавлю, что комментарии-то поступают, информация очень полезная, очень интересная, безусловно важная. Поэтому все в порядке. Все, что вы говорите, все это людям интересно. Спасибо большое. Ну, пока свет не погас, выключаемся, да? Да, давайте тогда выключим, чтобы неожиданно выключаемся. Не было отключения. На все вопросы, которые мы не ответили в ходе вебинара, мы ответим в письменном виде. Скорее всего, будет опубликовано на сайте. Большое спасибо, до скорых встреч. До встречи.